Всем привет! Алиса Казьмина говорила о том, что развелась с супругом из-за постоянных измен и его наплевательского отношения к семье. А вот бывший футболист же заявляет, во всем виноваты деньги. Аршавин заявил, что жена взяла у него крупную сумму денег, которую впоследствии так и не отдала. Аршавин не смог простить этого и подал на развод. Алиса не отрицает этого факта, но при этом отмечает, что они с Андреем были семьей. К тому же до этого она никогда не просила у мужа ничего запредельного. У нас была тумбочка, мы брали оттуда деньги, которые выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла. А ведь я же была жена. Если ты любишь, а твоя женщина, ну подумаешь, взяла 3 миллиона и потратила. Это же твоя жена, возмутилась Аршавина. Мой муж, конечно, был щедрым человеком, но только в начале отношений. Более того, он бы не обратил внимания на эти деньги, если бы не его мама. Поэтому он и не простил. Его мама совсем никого не любит, ни женщин, ни мужчин, ни детей, словом, никого. У нее было 2 брака. И мечта всей ее жизни, чтобы Андрей был при ней. Она всегда говорит ему, ты будешь удачлив, а эти жены тебе только мешают. Сейчас Алисе приходится очень тяжело, ведь Аршавин отобрал машину и дом, а своих средств к существованию у нее нет. Кроме того, лечение аутоиммунного заболевания стоит больших денег. А в будущем Аршавину еще нужно будет делать пластическую операцию на лице. Кажется, Алиса уже 100 раз пожалела, что связала свою жизнь с футболистом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!